Это Фил. Он иностранный турист. Фил прилетел в Россию, чтобы узнать нашу страну и понять нашу загадочную душу. Тут и спорить нечего, Фил. Российская армия — это мощь. Поехали, сейчас сам все увидишь. Питание — высший класс. Попробуй. Чувствуешь, как силы прибавляются? Все потому, что в России разработали вкусный, сбалансированный рацион. У нас по факту лучшие пайки в мире. Смотри, какие богатыри на них вырастают. Крепкие как один, быстрые, стреляют метко. А ратник наденут вообще ничем не остановить. Яд на месте недругов попаст. В общем, биотуалетов не напасешься. С каждым годом престиж российской армии растет. А вместе с ним и арсенал. У нас на любое чудо-юдо управа найдется. Танки, вертолеты, истребители, артиллерийское орудие, ракетный комплекс, ПВО, разные стрелковые оружия, подводные лодки, дроны, крейсеры, чувак! Уф, так много перечислять. Давай в другой раз закончим. Единственное, что у нас вообще не меняется, это боевой дух. За родину мы бьемся отчаянно и до последнего патрона. Так что реалии Филя такие. Военная подготовка и новая техника делают армию России внушительной. А характер россиян непобедимый!